хорошо. Да, сидит плотно, сидит плотно. Ну, короче говоря, я именно потому беру сразу здоровый рюкзак, что берешь плоский, не помещается, увешаешь его под сумками, он превращается в елку, в итоге объем получается тот же, либо больше. Ну что, здоровый мой. Видео готово? Запись пошла у нас? Да. Сейчас один из уникальных активистов гражданских наших регионах покажет свой скромный медицинский рюкзачок и расскажет о его содержании. А если мне покажется, что я могу что-то полезное добавить, добавлю он так, чтобы не мешать докладчику. Пожалуйста. Что у нас имеется? Помимо аптечек на боевом поясе, первый, второй эшелон, который мы носим, и дополнительные подсумки на варбелте, у нас здесь есть эвакуационная стропа 15-метровая. Делали самостоятельно, не заказывали. У нас есть носилки. Это от Золотых рук Ангела носилки? Или вы сами пошили, посмотрели в интернете, пошили? Ну, молодцы, как бы стандарт. Вот они. Все здесь у нас носилки эти, те же самые, ФОМА 180, насколько я понимаю. Или вы больше, чем 180 делали? Такие сколько? Же, один в один. Один в один. Окей, далее, дорогой. Здесь у нас шины мобилизационные и спасательное одеяло в этом отсеке. Все это крепится таким образом. Теперь из аптечек. Две отрывные аптечки для быстрого доступа. Если мы понимаем, раненых двое-трое, и у нас аптечек на себе не хватает, мы можем сорвать одну и побежать. Угу. Комплектация обеих аптечек одинаковая. А можно так раскроить красиво, чтобы показать? Я смотрю жадно, вижу, что много красивого, а что там непонятно? Так. Турникет. Гемостатический Z-образный бинт, два окклюзионных пластыря с клапаном и без, одноподушечный бандаж, двухподушечный бандаж, Z-образные бинты не гемостатические, для тампонады после гемостатика. Здесь у нас комплект, ну, можно заменить, конечно, положить нефопам, здесь у нас кетонов и дексаметазон. И два шприца хорошо помещаются в такой тубус. Значит, здесь у нас новокаин для обкалывания в случае тампонады. Или пузырька, в принципе, вполне достаточно. В принципе, все. Комплект аптечки второй идентичен. Если что-то более сложное, входим вовнутрь. Здесь у нас бандажи. Дополнительные Z-образные бинты, перевязочники Бундестага, Бундесвер, израильские перевязочники прессованные, жгуты, ампульница с препаратом, здесь нефопам, кетонов, дексаметазон. Далее. Пантенол, салфетки для стимуляции дыхания и стерильные салфетки. С аммиаком, да? Да. Угу. Так, назальные трубки. Это для отсоски яда. Больше для походных условий, чем для военных. Здесь у нас аппликатор с гранулами целок. Запас новокаина со шприцами. Гемостатик в гранулах, нефопам, шприц тюбиках, перекись водорода, охлаждающие пакеты. Далее. Витамины. Общая пачка препаратов, которая нужна от тошноты, рвоты, температуры и так далее. Ну, все прочее, что в быту может пригодиться. Гемостатические подушки для мелких ранений. Здесь набор пластырей, противоожоговые средства в виде гелей. Ну, разных вариантов.
посмотрим. А половские две. И три тубика еще. И есть у нас гипоглоссовские гемостатические салфетки. Очень удобные для мелких ранений, тампонады в случае порезов. Они очень гибкие, как пластилин, принимают любую форму, на пальцы там, и так далее. Теперь. Дальше. Весь отсек у нас раствор варит на 3 и 3 системы. В принципе, все на этом. Здесь какие-то подручные вещи. Например, игла для пневмоторикса декомпрессионная. Здесь у нас пластыри разной толщины, ваты, фломастер, шные палочки. Ну и на всякий случай, если нет пластырей, самофиксирующий бинт. Да. Ну и вот таким образом складываем. Вырезаем сердцевину, запрессовываем, чтобы меньше места занимало. Угу. На этом все. Ну, на обложечке, на крышечке я вижу вон, ножницы разные, да? Что-то там еще за ножницами. Плевральная игла пресловутая, да? И все это на платформочке. Платформу на липучке можно отодрать. Да, все верно. Супер. Благодарю вас, дорогой мой. Обращаю внимание всех. Когда этот рюкзачок без подсумка, он плоский, плотно прижат к земле, даже если вы в бронике с БК, бегать более-менее удобно. Чем более масштабные подсумки вы на него навешиваете, тем, с одной стороны, конечно, больше полезный объем, но с другой стороны, тем больше вес его, габариты, и тем меньше такое достоинство, как компактность. То есть всегда приходится соблюдать баланс между разными вариантами. Это какой фирмы? Так, я не помню. То ли что-то американское. TAC-OPS. TAC-OPS. Ну, похоже на Medical Assault System. Ряд рюкзачков есть похожего типа. Короче говоря, классический штурмовой медицинский рюкзачок парамедика. Вот здесь представлен. На отделение, на 4. Я одно время, да, бегал с таким, но потом не хватило объема, потихонечку вынужденно. Качаешь физическую форму и носишь более большой. Большое спасибо, дорогой мой. Вот все гражданские активисты в регионах, каждый должен вот иметь такой рюкзачок. Тогда он может считать, что немножко готов к боевым действиям. Ну или хотя бы похожий. Не обязательно американский, само собой. В довершение темы кратко скажу, напомню. Все, кто скажет, ой, дорого, я одному знакомому говорю, ой, какая, говорю, у тебя клевая американская снаряга. Дорого обошлась? Он говорит, нет, всего 2 патрона. Вот каждому из вас желаю такого обменного курса на приобретение клевой американской снаряги. Хорошо. Спасибо. Ну что, джентльмены, товарищи из спецназа, как вам рюкзачочек? Мне так вот реально так, да. Прям круто. Да, реально хорошая вещь. Почтение Константину, спасибо, что показал всем. И обратите внимание, у него все по подсумочкам, либо прижато там под тесьмой, когда быстро откроешь, не потеряется ничего.